Ну что, всем здрасте. Это снова я. У меня сегодня, смотрите, какая вкусная, великолепная лапша низкого калорийности. Как всегда. Сейчас только водичку солью, а сливать мы будем вот так. Дали, да? И все? И все? Нет водички. Сейчас мы помахаем. Вот так вот. Александр, Александр, это Путин наш с тобою. Что я хотела сказать тебе, Александр? Ты пишешь, ты каждый раз достаешь волосы. Волосы это вот, видишь, на голове. А еще волосы есть там. Там, понимаешь? Я думаю, ты не маленький, ты поймешь. А вот тут, ой, волос нет. Ой. Вкуснотища. Будем есть лапшичку. Так. Сейчас перемешанькаем. Так, это пока уберем в сторону, чтобы вам не мешало на Иринку красавицу смотреть. Эх, Наташка, Наташка. Потеряла ты мужика. Еду я сегодня в гости к Виктору. Немного пошалим. С Витюшкой мы немного пошалим. Чуть-чуть совсем. Мне сегодня позвонила, говорит, Иринка, говорит, приезжай ко мне. Я говорю, с удовольствием. Понимаешь? Ой, лапшедень упал. Так, минуточку. О, хлебасы там. Хлеб кусовской. У меня же я его так и не доела. Вот сегодня доедаю. Моя вкуснятина. Всем приятного аппетита. Ну, вы меня, девки, просто удивляете. Пишите мне там, пишите, я как рада. Так что все, в Крым я не поеду. А я поеду к Витюшке. Он говорит, я, Иринка, по тебе так соскучился. Приезжай, говорит, ко мне. Во-первых, Крым, сколько денег потратить поеду. А тут дешевле будет. А мячика просто выловить. Что, кончилось мясо? Вылавливал мясо и выловил мясо.
Ну как без него, это без мяса? Это же белок. Его надо есть. Манька тоже белка хочет. Вот так вот. Сейчас, короче, схожу в баньку. А потом после баньки поеду к Витюше. Витюша, он же в моем городе живет. Недалеко от меня. Ну-ка, сейчас передам тебе, что зачесалось тут. Понимаете, да? Смотрите, какой красивый. Это как из детства. Как он называется? Подливка. Вкусная. Я вообще обалдела. Может, с Витюшей выйдем в прямой эфир. Посмотрим, как у Витюшки настроение будет. Это как-то так, ничего иначе. Вкусно. А, хлеб у меня кусовской. Видите, кусовской. Он уже порезанный. На маленькие кусочки. Ну, чтобы Иринке удобнее жевать было. Как-то так. Ты что сказала? Не чесаться, а уж чесалась тут. Это кошка, кошка. Так что вы пишите. Хотите Витюшу увидеть? Витюша, Витюша. А, хлеб с хлебом, да. Это вкусно и низкокалорийно и полезно. А как вы думали? Витюша вспомнил.
Ну, салфетки у меня, да, нет. Можете не писать. Там еще кусочек мяса остался, два целых. Вкусно. Очень вкусно. Давно не ела свою любимую лапшичку. А Витёк, ты мне сказал, пиццу приготовил. Вот так вот. Говорит, Сереженька, приедешь, я тебе кофе сделаю, постель принесу и пиццу. Диетическую. Он же на правильном питании, Витёк там. Он же спортсмен. Вот и всё. Всё, короче, наелся. Было очень вкусно. Всем пока. Встретимся потом еще с вами.